В Карагандинской области прошел тренинг для депутатов маслихатов из 5 регионов страны. Он организован Институтом парламентаризма при управлении делами президента совместно с Фондом развития парламентаризма и объединением депутатов маслихатов Казахстана при поддержке Офиса программ ОБСЕ. В мероприятии приняли участие народные избранники из Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Атырауской областей. Они разбирали ключевые положения недавнего послания президента, акцентируя внимание на важности усиления общественного контроля, борьбы с торговлей людьми и обеспечения безопасности детей. Для реализации концепции «слышащие государства» депутаты встречаются часто в своих округах с избирателями. Они должны быть готовы решать важные вопросы, проблемы населения. А для этого им нужно самим постоянно повышать свой уровень знаний. Затронутые вопросы регулирования социальной политики, в частности, меры по снижению закредитованности населения. Также эксперты разъяснили актуальные вопросы землепользования. Я как эксперт по земельным вопросам от Института парламентаризма сегодня поднимаю актуальные вопросы, можно сказать, наиболее такие наболевшие среди населения. Я буду поднимать эти вопросы и будем обсуждать пути их решения, ссылаясь на нормы земельного законодательства. В работе тренинга приняли участие сенатор Серик Утешев, президент Фонда развития парламентаризма Зауреш Батталова и председатель Карагандинского областного маслихата Нуркен Кубжанов. Они отметили важность таких тренингов для укрепления института маслихатов и повышения их влияния на местное самоуправление. Айя Мамрина, Талгат Абдрахманов, Бүлдірген Асыгат, телеканал Сарыарка.